Ольга Бузова закончила гимназию в Приморском районе Санкт-Петербурга. После окончания школы она ни разу не посетила встреч выпускников. Это и не удивительно. Бузова сильно занята своей карьерой, и у нее с трудом находится время даже на сон и еду. Учительница, которая учила звезду в начальных классах, вспоминает. Уже тогда Ольга была трудолюбивым и очень романтичным ребенком. Я бы даже сказала, излишне сентиментальным. Помню, она любила стихотворения. Выходила в центр класса и с такой чувственностью их читала. Рассказывает педагог в интервью. Одноклассники же вспоминают, Ольга всегда стремилась попасть на сцену, а ее главным кумиром была Бритни Спирс. Одноклассники замечали, что Бузова повторяет за Бритни даже стиль в одежде. В то время поп-певица носила джинсы с коротким топом, оголяющим живот. Так вот, однажды Ольга пришла на урок английского в таком наряде. Однажды она пришла на урок в джинсах и с голым пупком. Я ей говорю: «Оля, что это такое?» А она улыбается. «Моя бабушка была выпендрежницей, а я в нее», – вспоминает учитель английского языка. А вот директор школы не в восторге от Бузовой. По словам женщины, Ольга на нее обижена. Когда Бузова была на доме 2, к нам в школу приезжали журналисты, а я их не пустила. После этого Оля начала сочинять гадости. Человека всегда видно насквозь. Мне обидно, что у нас такая выпускница. У нее очень хорошая голова, она бы могла многого добиться в жизни. Но пошла не тем путем, говорит директор.